со времен Сталина у нас сложилось такое положение, когда любая должность в нашей стране, государственная должность, начиная с председателя сельсовета, я уже не говорю о должности председателя совета министров или министра, замещалась только членами коммунистической партии. Я считаю, что в нашу конституцию мы должны внести принципиальное положение о том, что каждый советский человек, независимо от принадлежности его к той или иной партии или его беспартийности, имеет право претендовать на любой государственный пост. В принципе.